Привет, мои зрители! Сегодня я придумала, какое видео же заснять для завтра. Но я вот подумала, у меня есть собака. Я одна дома. Что же я могу сделать? Заснять про него. Ну, или я могу как бы сделать такой пранк, где я буду, притвораться, что я умерла, и посмотреть на его реакцию. Вот, пришел наш сегодня собака. Он щеночек, он пудель. Он мой пудель. Его зовут Макс. Да, Макс? Он уже такой огромный. О, половину меня. Он еще будет расти. Да? Да. Но я подумала, что я буду притвораться мертвым быть. Мертвым. Да. И посмотрим на его реакцию. Напишите в комментарии, что ты думаешь случится. Я думаю, что он ничего не поймет, потому что он еще щенок маленький. Но я хочу. Я вот интересуюсь. Что он будет делать? Да, Макс? Подпишитесь на мой канал. Ой, не хочет он сидеть. Подпишитесь на мой канал и посмотрим на его реакцию. Так, я сначала буду с ним играться, потом посмотрим на его реакцию. О, играй. Ой, давай. Макс! Макс! Не знаю, если вы это видите. Ну, он вот здесь играется. Макс! Давай еще раз попробуем. Макс? Давай. Да, хороший. Макс! Ну все, его игрушку старается достать. Ой, я там спрятала такую игрушку. Максик все хочет достать. Макс! Не. Макс, ко мне! Ко мне! Ой-ой-ой! Давай! Макс! О, хочет на кухню пойти, посмотреть, если еда есть. Вот так вот. Не интересуется он. Мне жизнь спасать, да? Ты долго и думаешь про еду свою и игрушки. Надо такое видео сделать, когда подрослее станет. Может, по-моему, тут щенок не знает. Ну, не знаем. Да.
Надеюсь, вам понравился этот влог. Ну, это не влог, но этот пранк. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк на этот видео. До свидания. За ногу укусил. Тапок украл моего. Вы увидите? Тапок мой украл. Отдай. Нет. Сиди на... О. Нет. Нет. Сейчас по попке там. Нет. За ногу! Нет! 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 Стой, меня! Не вижу! Макс! Нет! Нет! Уходи от меня! Нет. Нападать нельзя. Нет. Там не киси. Нет. Там не киси сначала. Игрушка. Ладно. А если сейчас морду? Нет, он ни за что. Играться в мертвом не будет. И это точно.